Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу показать вам очередной вариант моего диорамного аквариума. Когда-то он был аквариумом, а теперь стал диорамой. Вот такая вот тут у меня картинка появилась. Можно его и сделать и под водой, но в данном случае в наших условиях вода дефицит. Поэтому приходится делать вот так. Вот такие вот фигурки. Кикиморки. Такая вот стилизованная опушка леса. Далее. Далее болото, такой вот маленький болотица с камышами там и еще с какими-то растениями. И с какой-то даже птичкой. Если это можно назвать птичкой. Это одна часть. Здесь будет дальше несколько иное, но может быть и близкое. Уже как-то оно такое мелькало в моих роликах. Вот такая вот избушка на горных ножках. Без окон и дверей. Но дымок идет из трубы, значит, хозяйка там на месте кашу варит. Ну, а за избушку-то кое-какие здесь персонажи охраняют. Веселые ребята. Таким вот образом что-то тут у меня получилось, даже с некой перспективой. Да, самое главное, чтобы здесь животные не появились вдруг не в ночи. Всякое бывает. Вот так. Ну а сверху там небо с облаками. Так вот оно
И получилось что-то интересное.